Денис Колупаев живет в индустриальном районе. До недавнего времени особых проблем с общественным транспортом не замечал. Было терпимо. Сейчас мужчине пришлось столкнуться с новым для себя маршрутом. На прошлой неделе начали ездить в развивашку с ребенком. Обратил внимание, что автобус номер один с интервалом 30 минут примерно ходит. То есть проблем больших нет. И его дождаться, и воспользоваться. И на этой же неделе все изменилось. То есть по часу и больше. Звонил в центр «Транс», они подтвердили, что, допустим, вчера одна машина была на линии, то есть один автобус всего курсировал по городу. Сегодня обратил внимание, что это количество 2 единицы из 10, которые должны быть. Смешно, что ехать-то всего 15 минут, говорит мужчина, а ждать транспорт больше часа. По навигации невозможно понять, во сколько он приедет на конечную, во сколько он развернется и поедет обратно, и как-то вот... В связи с этим приходится ходить пешком, либо на такси ездить. Единица далеко не единственный проблемный маршрут в городе. Ранее барнаульцы жаловались на работу автобусов номер 80, 110, 113 и не только. Сегодня я стояла на остановке 30 минут с 7 утра. Мимо меня проехало 6 автобусов полных, даже не остановились. Опоздали куда-то сегодня? На пару, на 30 минут, потому что в итоге поехала на такси. Ждать, наверное, приходится из-за того, что пробка стоит. То есть они, их какое количество было, их такое осталось, они там каждые 10 минут обычно ходят. Но вот их тоже количество осталось, просто они в пробке стоят и едут. Минут 15-20 можно ждать, бывает за 5 минут. Есть на что пожаловаться и самим пассажироперевозчикам. Ситуация только сложнее. Ситуация с топливом сложнее, с запчастями сложнее намного, в разы. Очень сильно поставщики поднимают цены на запасные части. Как вы выкручиваетесь? Разбираем старые автобусы. Частично решить проблемы можно, если увеличить число автобусов большой вместимости на популярных маршрутах. По словам перевозчиков, это должно быть как минимум 100 единиц. На данный момент краевая столица ожидает 41 автобус. Как нам сообщили в Министерстве транспорта, автобусы должны прибыть до 15 января, выйти на линию в первой декаде 2024 года. В мэрии предварительно решили, что автобусы выйдут на маршруты 1.10, которые сейчас практически не работают. Ожидается поставка и 10 трамваев. Кстати, интересно, что даже при сегодняшнем раскладе часть барнаульцев общественным транспортом в целом довольна. Автобусы стали чаще ходить, проезд возможно, цена плюс-минус остается на месте, не поднимается вверх. У нас вот на Горедок всяких и 33-й, там, и 55-й, и 108-й, 109-й, а летом еще садоводческие, не скажу, что плохо. В ближайшее время город будет пытаться решить и проблему с кадровым дефицитом. Центр занятости населения уже провел набор водителей для переобучения на категорию D. Обучение бесплатное, трудоустройство гарантированное. Правда, пока это 10 новых водителей на весь город. Но это уже что-то, говорят перевозчики. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.